Всем привет, ребята. Ну что, у нас сегодня очередной тест нового нашего героя на угольной армии. Также пройдем битву гильдии здесь, чтобы я завтра не забыл. Воодушка, как вы видели, я уже показывал тесты. Для фарма самое то. Но вопрос есть по талантику. Итак, давайте такой тест сделаем. То есть оставим мы СО. Посмотрим, что у нас получится с этого. Герой прокачан неплохо. На 21 уровень. Почти. И посмотрим, сорвется, не сорвется. Потому что есть герои с отражалкой на угольной армии. Так, поехали. Соберем пачки. У меня тут все в разброс. Так, урожай уберем. Расставляем всех. В принципе, в таком составе, ну вот если у нас она будет, нам тыква даже не нужна. Почему? Потому что герои не будут успевать добегать. Так, ставим с панчбоксом, обязательно ставим стрелка. Почему, сейчас расскажу, покажу. Потому что есть один нюанс, почему здесь герой будет для бездоната, скажем так, для обычного резата нормально, но для топового он не будет подходить. Так, ставим также Фрейю, в принципе, тоже можно ее ставить. Так, Анубис. Где наш Анубис? Можно, в принципе, и ворожая ставить. Ровно не знаю, не хочу я юзать Хрона, потому что бьются очень быстро. Можно и Букича поставить. Так, Анубис где-то у меня в самом конце. Возможно, и ворожая сейчас поставим сюда. Вот я сейчас попробую пачку с атакой. Тут у нас будет ворожей. Сделаем такой нестандарт. Так, давайте теперь повыставляем все. Чтобы у нас все плясало. Итак, этот герой собран. Раз. Дальше стрелок. Вот тут у меня замедление. Поставим лучше замедление. Поставим сюда живу. Вместо шара поставим вот так вот. А, два. Ворожей. Три. Я, в принципе, можно было бы не брать сюда, но хватит от хила ворожея. А, так, сюда поставим тоже воодушку. Так, ангел есть. Дальше кто там у нас еще был? Гимен. Тоже ставим воодушевление, чтобы он сразу дамажил. И нам осталось еще Анубиса собрать. Все отлично. Вот такая вот пачка у нас будет. Поехали посмотрим. Ой, куда я пошел? Тут, в
принципе, можно и так нападать, как есть. Так, смотрим. Вот герой заряженный. Сейчас мы потестируем, возможно, еще и соло посмотрим, сможет ли тащить или нет. Конечно, там будут сразу же вопросы по поводу демонов. Объясняю, почему герой здесь будет классный для набивания, там, скажем так, максимального, но не топового результата. Он точно так же, как и Лазуля, как и Ворожей. Я показывал, рассказывал, Ворожей, если берете, он замедляет демонов, соответственно, они не успевают подойти. То же самое этот герой. Он обездвижит демонов с водушкой, и, соответственно, вы не сможете максимум пройти. Давайте немножко ускорялку возьмем до волны, так, 15-й. Вот была уже отражалка, мы уже начали немножко сливаться. Вот, смотрите, это то, о чем я говорил. То есть, что сам, что Фрея, допустим, там, что другие герои, ну, такие, как, допустим, вот Космо, такие, как Фрея, такие, как... кто там еще у нас такой замедляет? Ну, Лазуля, то есть, вот эти вот герои, они вам мешать будут. Почему мешать? Герой не подходит к вам близко, получается, соответственно, вы не набьете, вы его быстро не убьете, это относится именно к демонам этим. То есть, если я там остальных героев еще бью, то с таким составом они будут издали все бить. Да, я пройду все 24 волны, должен, по крайней мере, пройти, но я не факт, что я возьму топовый результат. Точнее, его и не возьму, потому что, ну, это нереально будет. Как видите, Ворожей замедляет. Вот только такой вариант еще, что она будет бить других, и тут архи просто, ну не архи, а этот демон подбежит поближе. Но это очень-очень проблемно. Ну вот так вот между двумя могут переключаться. Но тут опять же, смотрите, здесь Фрея получается. И туда Фрея тоже летит. Так, отлично, они переагрились, вот. Сейчас на этих разгонимся. В общем, вот так вот. То есть, в этом плане герой мешает этот Космо. С другой стороны, вот то, что вы сейчас видите, просто изи проходятся все волны. Но тут у меня нету тыквы. То есть у меня нет ускорения, я сделал максимум автопрока, чтобы все были автопрокеры, наносили побольше урона. Вы видите результат. Демоны еще не убиты, но и мне в принципе пофиг. Я все слил. То есть герой по сути тащит, но одна проблема, та же, которую я показывал на адском саммите. Герой не будет вам помогать особо. Ну, как бы он поможет вам, но он не даст вам возможности пройти. То есть, с одной стороны, герой крутой, с другой стороны, нет. Есть вариант просто убрать воодушку, тогда будет шанс, что вы пройдете. Опять же, не надо сюда ставить Фрея. Можем сейчас попробовать убрать Фрею. Ну а без водушки, ну, не знаю, есть ли смысл. Это получится тот же самый Лазуля. Как бы. Все, герой слился. Вот видите, на отражалке просто слился герой. А я ожидал большего, честно говорю. То все-таки продержится, видите. Об отражалку убивается на ура просто. Ну и без тыквы, конечно, мы тут сейчас просто... Анубис тоже ушел. Да, Анубиса тоже слили. Смотрите, Абугич тащит. Как-то так. Я не знаю даже, что на это сказать. Ну вот как-то так. То есть герой классный и все, но, блин, но он не дает возможности быстро все пройти и затащить. Вот я сейчас 24-я волна. Пошла 25-я.
Мы сейчас наберем очень мало, потому что мы демонов не убили. Ну, там кто-то еще держится. Вот 563. То есть это максимум. Для бездоната это круто. Потому что это будет максимальный урон. То есть все смогут с этим героем нормально себе бегать и не париться. Для доната, ну, так чтобы вы понимали, сейчас зайдем посмотрим. Ну, 696, 680, это реально топ. Так, давайте попробуем по-другому. Уберем водушку, поставим просто ожил. Уберем этого, поставим тыковку. Тоже с ожилой. Поставил, называется. Поставил на таблетку. Так. Ставим сюда тыкву. Тыкву сейчас спрячем. Также нам надо убрать Фрейю. Потому что она нам будет мешать. Вместо Фрейи кого поставим? Какого интересного? Вместо Фрейи давайте поставим Рона. То есть сейчас вы увидите разницу. Вот, сейчас у нас герой будет не заряжаться, соответственно, он не будет стопорить. Смотрим. Что у нас будет в таком случае? Ну, как видите, уже они подбегают без проблем. Ну, то есть бегут. Не подбегают, конечно, потому что тут Бугимен и Анубис у нас нормально заряжен. Но у нас теперь нету проблемы. Но опять же, надо герою зарядиться. С одной стороны, это хорошо. Вот, смотрите, как чудесно все. Вот с тыковкой разницу видите, да? Получается, у нас хватает через волну. А, то есть заряжается. Так, давай, 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 родной. Так, отлично. Немножко рановато сработало. Вот 19-я волна, и в принципе все живы, нету ворожея у нас, он не замедляет. То есть это важно для последней волны. Ну, тут они сейчас дальше, видите. Вот тоже начало может там испортить последние волны, но в принципе
Вот, герой слился раз. Была на ком-то там отражалочка. Так, отлично, 22-я есть. Супер. Ну, как видите, вполне нормально. Даже такая сборка, либо СО, либо Ажива, мне кажется, талантом будет самое то. Так, 24-я волна у нас пошла. Отлично, тыковка дал разгончик. Супер. Ой, как хорошо зашли. А вот тут, вот видите, вот день неудачно. Получается, опять всех демонов. Ну, хотя, в принципе, у меня тут все автопрокеры. Равно максимум не набьем. 668, ребят. Вот разницу чувствуете, да? Вот мы поменяли некоторые героев, убрали воодушевление, и сразу результат совсем другой. Герой будет и в таком случае тащить, помогать вам на максималку проходить. Ну, дальше уже, конечно, рендом. Если бы у меня тут стояла сердцеедка, то, возможно, я бы и больше набил. Это у нас 668. Ну, мы в топ-10 заскочили. То есть, как бы, это не есть проблема. Вот. Герой классный. Поэтому есть смысл использовать именно на многих. Ну, я не знаю, я уже вам везде его показал, и, честно говоря, офигеваю, насколько герой универсальный и насколько возможности велики. Поэтому вот так вот. Все, пишите комменты, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.